Всем, меня зовут Слава, и вы на моем канале. Сегодняшнее видео будет из категории «Умелые ручки». Мне очень хочется сегодня с вами сделать жидкий хайлайтер, аналог Soul Body. Поскольку я этот хайлайтер уже себе давно хочу, но заказывать одну единицу из сайта Colourpop с доставкой в Украину как-то накладненько получается. А у меня в наличии имеются хайлайтеры, которые я не использую, и с ними можно побаловаться. И мы сегодня узнаем, возможно ли это сделать в домашних условиях. И давайте начинать! Сейчас вы видите у меня на столе все, что мне понадобится для создания жидкого хайлайтера. Это непосредственно хайлайтеры разных производителей. От Revolution Pro, Makeup Revolution, L'Oreal, Avon, Patricia Ledo. Само масло для тела, которое будет служить базой для создания жидкого хайлайтера. Пустой флакончик с распылителем. Небольшая пиалочка и инструмент, которым все это будет перемешиваться и соскребаться. Самое первое, что я беру, это пустую пиалочку небольшого размера, где уже я буду смешивать нужные мне ингредиенты. И первый хайлайтер, который попадается мне под руку, это палетка от бренда L'Oreal Lavie Glow. Я буду использовать все вот эти три оттенка с таким желтым подтоном, розовым и таким красивым, очень бронзовым цветом. Этот оттенок я люблю больше всего, чаще всего я его использовала именно в летний период. Все эти хайлайтеры использую абсолютно в полном объеме. Только один рефил с голубым отливом я использовать не буду. Следующая палетка от Makeup Revolution, которая называется Suffix. Отсюда я тоже буду брать такой уже более светлый бронзовый оттенок. Все эти хайлайтеры имеют более такой сатиново-металлический финиш. Очень мне они нравятся. Но, к сожалению, сейчас на данный момент я их вообще не использую, а чаще всего пользуюсь совершенно иными. Следующая палетка от бренда Revolution Pro. Это палетка хайлайтеров 4К. Буду использовать самый светлый белый хайлайтер для того, чтобы осветлить мой будущий хайлайтер, чтобы он не был слишком темным. Следующий хайлайтер буду использовать. Это такая мерцающая пудра от бренда Patricia Ledo в 4-м. Тоне. Для того, чтобы мне им воспользоваться, мне нужно сначала снять вот эту пуховочку. Эта мерцающая пудра имеет просто нереально красивые переливы. В ней идет очень красивый мелкий шиммер. И именно на нее я делаю самую основную ставку в создании моего будущего хайлайтера. Следующий хайлайтер — это жидкий хайлайтер от бренда Avon из линейки Glow Drops. Добавляю буквально несколько капелек и начинаю все это перемешивать, одновременно разбивая большие комочки других сухих хайлайтеров. Дальше я уже добавляю основу, это масло для тела. Добавляю его постепенно, одновременно все это перемешивая. И получается вот такая консистенция очень сильно густой сметаны. Теперь я добавляю еще больше масла и все очень-очень хорошо перемешиваю. Консистенция в результате должна получиться очень жидкой, чтобы можно было все это перелить. Теперь я беру пустую бутылочку с распылителем, открываю ее для того, чтобы сюда залить оставшееся мое масло для тела. Выливаю все остатки в бутылочку. Теперь сюда же в бутылочку с маслом выливаю полностью весь уже мой готовый хайлайтер. И теперь этот флакончик с почти готовым хайлайтером нужно хорошо и тщательно встряхнуть, чтобы ингредиенты хорошо смешались. И вот он, аналог Soul Body, домашний вариант, уже готов. Имеет красивое мерцание, но нужно проверить на деле. Распыляю его прямо на кожу руки и растирать буду рукой, хотя он хорошо распределяется не только руками, но и синтетическими кисточками. И я бы даже больше рекомендовала использовать синтетические кисти, чем натуральные в этом случае. Breathe in.
Ну и как вы могли заметить, результаты сегодняшней химии просто обалденные. Я от сегодняшнего процесса получила максимум удовольствия. И не только удовольствие, я действительно смогла сделать жидкий хайлайтер, такой по типу Soul Body, в домашних условиях. И при этом я вообще не потратила ни копейки. Я взяла все те средства, которые у меня просто стояли дома. Хочу вдобавок сказать, что если использовать только темные хайлайтеры, это получится такой жидкий хайлайтер с эффектом загара. А если вы все-таки светлокожая и хотите добавить красивый, влажный, мерцающий цвет, лучше использовать только светлые хайлайтеры. Но я своим вот таким средним показателем довольна, потому что я его все-таки делала больше для такого подзагорелого тела. Я теперь жду, как бы быстрее уже вылезло солнышко, на улице стало теплее, одеть шортики, маечку и просто им всем обмазаться. Единственное, что мне жалко, что у меня его получилось мало в объеме, но я над этим еще буду работать. Ну и на этом сегодняшнее видео окончено. Но эксперименты на этом наши не заканчиваются. Поэтому не забывайте подписываться, дергать за колокольчик. Ну а мы с вами обязательно встретимся в следующих видео. И не забывайте сиять. Пока!